Здравствуйте! Сегодня мы будем делать стеночку в коридоре. Используем лаву. Мы немножко ее отколеровали в светло-бежевый цвет. Первым слоем мы использовали грунтовку, использовали краску фаидаловскую. Стенка у нас уже хорошо отшпаклеванная и покрашенная. Технику используем как для нанесения материала магия. Все точно так же нанесли некоторое пространство небольшое тонким слоем. Начинаем сверху от угла и от внутреннего угла и формируем рисунок рисунка. Произвольными ножичками, куда вам нравится. С краю не должно оставаться нанесение, все с краю тоненько заканчивается. Петельки делаем не очень крупные. Закончили мы коридорчик материалом лава. В светло-кремовых тонах. Очень искристый, красивый материал получается в этой технике. Камера совсем не передает этого блеска. Переливается как драгоценный. Натяжного потолка еще нету. Все, всем удачи, пока.